Приветствую вас, дорогие зрители и возможные сотрудничественницы соискателей. Только здесь и сейчас. Эксклюзивное шоу, где отыщите любовь, рассмотрев все чарующие варианты и сможете выбрать на свой вкус. Устраивайтесь поудобнее, леди и милорды. Специально для вас букет дивных дебютантов, что восхищает взгляд. Итак, начали! Первый номер. Очаровашка, необразованная затворница из далекого-далекого королевства. Любит суши, помешанная на чистоте. Хобби кулинарии, швабра и обслуживание двух своих сестер. Только сегодня успей до полуночи или подыщи плотно сидящую порогу. Приветствуем Золушка! Вторая кандидатка тихоня из мирогрёз. Живет с семью гномами на округе дешевка. Не переносит яблочную продукцию. Ходит на курсы по борьбе, любит петь, гуляет на свежем воздухе и переговаривается со сказочными зверьками, что точно не признак шизофрении. Поаплодируем Белоснежке! Нахитрая лисица, что приковывает любые взгляды. Проводит несколько часов на дню перед зеркалом, балуясь с прической. Не любит замкнутые пространства и высокие башни. Не путайся и смотри, не заблудай в ее главном достоянии цвета блонд. Уверена в ваших овациях Рапунцель! Следующая президентка, воспитанница трех недалеких фей, жившая на окраине леса. Но не суди ее преданной похолупе, где жила она большую часть своего века. Не любит чай с ромашкой, но никогда не против выпить кофе. Ощути, какая она живенькая штучка. Спешим представить спящая красавица. Рыжая чаровница из замка за огненным рвом, охраняемая драконом. Да не охладится во шту. Она любит пить коктейль пинаколада и гулять под дождем. Принцесса Фиона!